Четвертый номер, следующая песня. Это песня группы Procol Harum, Homburg. Ну, это для меня, эта песня, поверьте, это нечто отдельное. Во-первых, сама по себе эта песня, это одна из самых первых в истории арт-рок песен. Я ее пел 20 лет назад с моим другом Славой Горским. И я посчитал, что будет очень логично, чтобы сейчас, в 2018 году, партию органа в этой песне сыграл Слава Горский. Что он и сделал совершенно потрясающе. Но это ладно, он сыграл. И был очень интересный процесс записи на студии органа Славой. Но в этот момент, мы же, когда он записывал, мы же общаемся. Естественно, все это было достаточно импровизационно, что касается соло. И вот в этот момент я почувствовал, что та химия, которая была 20 лет назад, а мы играли не один раз в 97-98 годах, Дима Четвергов с нами тогда играл. Во всяком случае, я почувствовал, что вот что-то такое из тех лет во мне пробудилось. И Слава настолько здорово сыграл, что и так это меня вдохновило, что я придумал партию бэк-вокала, которой нет в оригинале. И, соответственно, ее потом записал. И так как-то все это было на подъеме, так все душевно. Кроме того, там мы записали, опять же, то, чего нет в оригинале, партию акустической гитары. Павел Барабанов, наш гитарист. И как-то получилось, мне кажется, нам удалось по-своему, но изложить вот этот вот дух Procol Harum, такой грустно-торжественный, что ли. Вот так. Пятый трек – это «Backstreet Love» из репертуара британской группы Curved Air. Вот здесь мы кардинально перелопатили аранжировку, потому что, во-первых, в оригинале звучит женский вокал. Женским вокалом я пока еще петь не умею, пел как умею. И, соответственно, это повлекло за собой. Причем у них вокал такой женский, такой немножко отстраненный, такой немножко бестелесный. И вообще, ну, нам показалось, что сыграно, ну, 72-й год, сыграно так, ну, виловато у них. Мы, еще раз повторю, подошли совсем по-другому, сделали очень энергичный номер, даже чуть-чуть придали фанкового гру, совсем чуть-чуть. А главное, на выходе получилось так, что все это звучит очень мощно, напористо, ну, Backstreet Love. И я даже там спел такие и бэк-вокалы, и даже спел, немножко имитировал там, как бы, такую шайку. То есть такая уличная получилась песня, в полном смысле этого слова. И по содержанию, по названию, и по исполнению. Вместе с тем захотелось придать этой песне элемент британского фолка. И вот на фоне такого напора, фанк-рокового, что ли, звучит волынка в исполнении знаменитого нашего музыканта Володи Лазерсона. В этой песне, я считаю, два совершенно шедевральных соло, одно за другим, выдал Дима Штатнов, наш клавишник. Вначале джазовое соло на Вурлицере, и за ним сразу на синтезаторе вполне такое арт-роковое соло. Шестая песня на пластинке – это «Questions», которую написала группа Manfred Mann's Earth Band. Ну, думаю, что многие из вас эту песню помнят. Мы ее сыграли достаточно близко к оригиналу, и Паша Барабанов сыграл соло, ну, достаточно похожее на соло в оригинале, но мы это соло упаковали так в объем такой, который, на наш взгляд, так, ну, более соответствует этой песне. Пожалуй, единственное отличие нашей версии от оригинальной – это мои бэк-вокалы. Вот, ну, я увидел там во второй части песни в припевах бэк-вокалы, и получилось, на мой взгляд, очень красиво, прямо Кросби, Стилс и Нэш. Дальше, седьмой номер –
это Knife Edge из первого альбома Emerson, Lake & Palmer. Ну, здесь я могу сразу сказать, что я считаю, что это удача. Удача, потому что песня, ну, как бы вот в оригинале это было заложено, а мы просто это, ну, что ли, максимально по возможности раскрыли. Это я имею в виду, по слову, это дикий драйв, просто дикое произведение получилось, по-другому не скажешь. Шабаш какой-то. Ну, в первую очередь, благодаря игре на барабанах Сергея Никонорова. Ну, просто он так там калашматит. Очень энергичное соло там на органе. Дима Штатнов снял это знаменитое соло Кит Эмерсона и кое-что от себя добавил. И опять же, вот такая вот молодьба меня сподвигла придумать некоторые бэк-вокалы. Где-то там я добавил криков, там в духе Марка Фарнера, там, я не знаю, Роберта Планта. В общем, я очень надеюсь, что вы все это уловите и поймете, когда будете слушать нашу пластинку.